Из письма эфрейтора Галанина сыну Борису. «Привет с фронта. Здравствуй, дорогой сынок Боря. Шлю я тебе свой сердечный привет и желаю всего наилучшего. Передай привет Нине, бабе Кате, бабе Маше, Толе. Боря, спешу тебе сообщить, что твое письмо получил, которое писано 20 ноября. За что спасибо. Я был так рад, что читал его 3 раза. Я очень доволен, что вы пока живете ничего. Тянетесь хоть кое-как. Может, зиму и перебьетесь. Я, Боря, доволен, что у тебя нет плохих отметок. Учись, дорогой. Это все для тебя пригодится впоследствии. Проверь, как учится Нина.